Вить, сейчас на эту сцену выйдут двоечники нашего проекта. Да. Ну, они этому только рады, потому что у нас 2 балла, это победа. Стас Костюшкин, Марат Башаров. Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Посмотрим, насколько он талантлив безо всего. Единственный номер, где неудача с реквизитом добавила бы популярности участникам. Встречайте на сцене ребята с неприкрытым талантом. Митя, я предлагаю ничего не спрашивать, потому что Геннадий Викторович уже очень хочет что-то сказать. Геннадий Викторович, говорите. Вот целый вечер я ждал, когда исполнится мечта Виктюка. Сколько он нам всем говорил о танце, о сексуальной энергии, о фуге. О, зафугачили, а? Да? Говорите. С этим номером они могут работать по миру. Да. Да. И рекламы не надо. Как ты сказал, прости, пожалуйста, неприкрытый талант. Вот так спектакль должен называться. Неприкрытые таланты.
Стаси. Это случается с артистами, у которых пропадают корпоративы. Мы говорим вам огромное спасибо за то, что вы не побоялись исполнить этот номер. Марат Башаров, Стас Костюшкин!